Здравствуйте! Доброе утро, дорогие друзья! И сегодня с вами снова Влад Портнов и Светлана Звонарева. Ну и мы рады приветствовать вас этим утром. Сегодня в программе много полезного и интересного, как, впрочем, и всегда. В ожидании скорой весны вспомним, как опасны простудные заболевания, в особенности осложнениями. Расскажем, как продлить срок службы пластиковых окон, ухаживая за ними по всем правилам. И уделим несколько минут разминочным упражнениям, которые будут интересны и вам, и вашим детям. Поделимся оригинальным кулинарным рецептом. И все это в ближайшие 45 минут. Программа «Здравствуйте!» Мы начинаем. В ожидании весны. Как не простудиться в последние зимние дни? Забота о долговечности. Как ухаживать за пластиковыми окнами? Утренний витаминный заряд на сковороде. Как приготовить омлет со шпинатом? Итак, сегодня 26 февраля, все мы живем в ожидании весны. Световой день значительно увеличился, солнце все чаще нас радует, вот только морозы не отпускают. Это только на первый взгляд кажется, что уходя, морозы должны бы забрать с собой, ну, все свои специфические болячки. Кое-что, конечно же, уносят, это, например, ежегодная эпидемия гриппа, зато все остальные возбудители простуды, а их почти 300, представляешь, они остаются во владениях весны. Внимание, сюжет. Когда на улице холодно, все чаще слышится отовсюду – грипп. Правда, к нему приводит вовсе не переохлаждение и не ослабление иммунитета, а вирусная инфекция. Поэтому уберечься от него, когда все вокруг заболевают, непросто. Главная мера профилактики – вакцинация. Эта вакцина, хотя она предназначена для профилактики гриппозной инфекции, она в общем снижает и риск заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Защититься от инфицирования можно, если избегать тесных контактов с людьми с гриппоподобными симптомами. А еще важно избегать прикосновений к своему рту и носу, тщательно мыть руки с мылом и протирать их влажными салфетками, сократить время пребывания в местах скопления людей. Стараться избегать общественных мест пользования, транспорта, да, для того, чтобы не заболеть. Это самый главный фактор риска развития. Ну и общие мероприятия, такие как физическая активность, да, тренировки, правильное питание, нормальный сон по продолжительности. Медицина не против инородных средств – чеснока, лука, лимона, но они имеют низкую эффективность. Важнее просто не контактировать с людьми и в сезон гриппа носить маску на улице и на работе. Береженого Бог бережет. Но что делать, если вам кажется, что вы заболели? Распознать симптомы. В основном это острое начало заболевания, с высокой лихорадки, симптомов интоксикации выраженных, интенсивная головная боль, боли в глазах, мышечные боли, суставные боли. При этом кашель и насморк появляются несколько позже, это возможно где-то там с 3-4 дня. Если уж заболели, вызовите врача и оставайтесь дома. Принять жаропонижающий препарат, если у вас действительно высокая температура, и попить достаточное количество жидкости. Как правило, этого бывает достаточно. До назначения уже соответствующей терапии. И обязательно терапию должен назначить врач, потому что только он может правильно оценить состояние. Не надо заниматься самолечением. И принимайте противовирусные препараты, но только если их прописал ваш врач. Работа и дела подождут. Лучше переболеть дома, ведь выходя в общественные места, вы становитесь разносчиком инфекции для окружающих. Берегите себя и других. Продолжаем тему простудных заболеваний, которые не отступают. Ну и в предвесенний период все мы волнуемся на эту тему. Что же делать, как лечиться? О том, как бороться с простудой, можно написать роман, да еще и с продолжением. Но при появлении первых симптомов важно помнить несколько правил, о которых мы и решили вам напомнить. Смотрим. Высокая влажность, слякоть и мокрый снег – это благоприятные факторы для распространения вирусов и бактериальных инфекций. Реакция нашего организма на заражение – это пренеприятная простуда. О том, как вылечиться быстрее и эффективнее, мы расскажем вам в этом видео. Если у вас поднялась температура и она колеблется в районе 37-38 градусов, не спешите принимать жаропонижающие. Небольшое повышение температуры – это реакция на активизацию иммунного ответа организма.
Но если температура поднялась выше 38, срочно выпейте жаропонижающее и вызывайте врача. В период болезни употребляйте богатую витаминами пищу. Она обеспечит ваш организм энергией для борьбы с простудой и будет способствовать увеличению количества гамма-интерферонов – белков, выделяемых клетками нашей иммунной системы в ответ на вторжение вируса. Такими помощниками в борьбе с инфекцией будут витамины и микро- и макроэлементы, содержащиеся в орехах, чесноке и цитрусовых. Было доказано, что прием витамина С помогает выздороветь на 1,5-2 дня быстрее, поскольку витамин С увеличивает число интерферонов и Т-лимфоцитов, участвующих в иммунном ответе. Если у вас нет противопоказаний к аскорбиновой кислоте, мы рекомендуем вам приобрести ее в виде порошка, фасованного в небольшие пакетики. Растворите несколько пакетиков аскорбиновой кислоты в воде и принимайте в течение дня. И напоследок хотим обратить ваше внимание на то, что лучшим средством от простуды все же является обильное питье и сон. Поэтому выпейте полезный травяной чай с имбирем и медом и отправляйтесь в кровать. Также не забывайте, что количество выпитой за день воды во время болезни должно равняться 2,5-3 литрам. И, конечно, стоит понимать, что данные советы применимы лишь на первом этапе болезни. Если же спустя несколько дней вам не становится легче и симптомы усиливаются, следует обратиться к врачу. Берегите свое здоровье, лечитесь с умом и помните, что лучше всего иммунитет укрепляют регулярные физические нагрузки. Ну, а я что для себя вывела? Это главное, это сон. Это правда. Отправляйтесь спать. Ну, хотя в понедельник, конечно, это сложно делать. Да, сегодня понедельник, 26 февраля, и мы узнаем, что обещают нам звезды в этот день. Да, тему заболевания мы еще затронем сегодня. Поговорим пока давайте про околонаучное, скажем так. Овны, сегодня вас ожидает суета, мелкие, но важные дела, а также значимые разговоры с родными, друзьями и соседями, что немаловажно. Взаимоотношения с некоторыми людьми могут пошатнуться, начнутся разногласия по давно решенным вопросам. Если сегодня телец прислушается к интуиции, то случится неожиданное. По крайней мере, старые ошибки больше о себе не напомнят, как и личные проблемы. Близнецы смогут внести гармонию не только в свою, но и в жизнь других людей. Ваша мудрость и интуиция на высоте, а вот работать придется за двоих, это того стоит. Но близнецов же и так двое, да? Ну, все нормально. Поэтому все нормально, да, равновесие полное. Сегодня раку не стоит браться за решение чужих проблем, даже если это близкие люди. Вам предстоит заняться своими делами, от которых зависит финансовое положение. Льва сегодня ожидает встречи, поездки и срочное принятие решений. Семейному льву нужно взять за внимание домашние хлопоты, а не развлечения с друзьями. Ну, наконец-то, с полным уже, скажем так, с полным правом жена может сказать, иди-ка выкинь мусор, дорогой. Сейчас я по гороскопу. Домашняя работа. Гороскоп предсказывает нам вынести мусор. Хорошо. Вторая половина гороскопа у нас впереди. Пока мы... Да, Деву забыли. Ну, конечно. Ну, что ж ты. Прошу прощения. Девы, внимание. Девы, не обижайтесь. Вам предсказано романтическое увлечение, после которого былые привязанности покажутся нелепыми. Только не забудьте снять розовые очки, иначе окунетесь в иллюзии. Ну, а почему нет? Иногда можно. Ну, иногда надо и снимать, знаешь ли. Пока мы продолжим... Да. Как и обещал гороскоп, во второй половине программы мы вторую половину, 6 знаков последних мы обязательно расскажем. Ну а пока про погоду. Да, не менее актуальная тема. Сегодня очень морозно было утром. Мы это вам говорим с полной сознанием дела, с полной ответственностью. Сегодня днем в Казани минус 18, будет облачно. Ночью 22 до 25 даже по республике. Ну, в разных районах республики. В общем, утепляемся, одеваемся. Чтобы не болеть. В шапки, в шарфы, да, обязательно. И слушаем наши советы, как не заболеть. Итак, мы продолжаем нашу программу. Еще раз всем здравствуйте. Продолжаем говорить на актуальную тему простуды, заболевания. Простуда, перенесенная на ногах, и невылеченный грипп чреваты осложнениями, порой довольно серьезными. Об этом поговорим с нашим первым экспертом, кандидатом медицинских наук, врачом-кардиологом Ленаром Кашаповым. Ленар Рамилович, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Да, здравствуйте. Ну, давайте вот сразу расскажем нашим зрителям, какие могут быть осложнения вот после гриппа или... И после тех ситуаций, когда люди переносят на ногах свои заболевания. Да, если, допустим, тот же самый банальный ОРВИ переносить на ногах, нормально не лечиться, то есть не соблюдать постельный режим,
сбивать температуру, скажем так, когда это не нужно делать, то есть если температура невысокая, то достаточно часто развиваются осложнения. Какие это осложнения? В основном это лор органа, да, то есть либо синуситы, либо фарантиты, либо ларингиты, фарингиты. То есть потом уже дальше, ниже, может быть, трахеиты, бронхиты, пневмонии и так далее. То есть это все опускается, скажем так. Я даже слышала, что вот на сердце это очень серьезно действует, допустим, грипп перенесенный на ногах. Да. Это правда или? Дело в том, что здесь два аспекта есть. Для сердечников само по себе, то есть любое заболевание, вирусная природа, даже если банально ОРВИ, оно будет переноситься тяжело, потому что это высокая температура, это нагрузка на сердце. А если еще мы получим осложнение в виде, допустим, бронхита или пневмонии, когда у нас идет проблема уже с кислородом, да, доставка кислорода тканям, она у нас и так страдает у сердечников, а тут еще хуже получается, то мы можем получить либо декомпенсацию, либо ухудшение состояния пациента. То есть, говоря простым языком, когда мы болеем, то организм работает на максимум для того, чтобы избавиться от этой болячки. Поэтому, если мы не лежим, а бегаем по улице, да, и работаем, то нагрузка возрастает еще на 100%, да, и поэтому у нас все быстрее изнашивается. Примерно так это работает, простыми словами. Ну, простыми словами, действительно так. То есть, когда человек болеет ОРВИ, то действительно нужно соблюдать режим постельный, то есть отдыхать, надо пить много жидкости. То есть много воды нужно пить. Далее с температурой тоже вот здесь не так просто. То да, есть... вот давайте вот с какой температуры нужно уже, можно сказать, уж кардинальные меры применять? Ну, как известно, мужчины в 36,7 уже, дорогая, я не могу сегодня ничего делать. Очень сильно больны. Да, вы знаете, здесь критерий такой. Надо смотреть температуру, и если температура до 38, в каких-то случаях, в принципе, до 38,5. Чем можно обойтись? В принципе, можно не нужно сбивать температуру. Угу. Почему? Дело в том, что когда человек болеет, даже вот вирусной инфекцией, у нас включается естественно защитная сила организма в виде иммунитета. Да? В том числе есть, вырабатываются в организме интерфероны, вещества, которые работают против вирусов, да, как противовирусные иммуномодулирующие. Так вот, если мы температуру будем снижать, то выработка этих веществ защитных, она будет снижаться. Угу. Поэтому, то есть, сама по себе высокая температура стимулирует выработку естественных вот этих вот веществ, которые работают против вирусов. Поэтому многие, конечно, пытаются сбить температуру сразу же, когда 37,5, 37,6. И, конечно же, это как раз наоборот таки ведет к тому, что человек дольше болеет. Думать, что вылечимся быстрее, да, или на работу, например, нужно идти, какие-то вот срочные дела опять. А получается наоборот. Угу. Да, ну и представим себе такую ситуацию, она довольно распространенная, когда мы только-только чувствуем, что заболеваем. Температура, ну, те самые 37, да, 37 и чуть-чуть. Идти обязательно нужно. Как сделать так, чтобы не разболеться самим и не привести себя в какую-то критическую ситуацию и не заразить всех вокруг? Что сделать? Есть ли какие-то варианты? Чеснок вот вешать куда-то сюда? Да, народный или все-таки... Вы знаете, народные методы, их, в принципе, нельзя исключить, да, потому что в каких-то случаях действительно эффект от них есть. Вот, но сказать только так, что просто находиться в покое и ничего не делать, так тоже нельзя. То есть, опять-таки, нужно соблюдать режим, то есть ни в коем случае не перенапрягаться, то есть не идти на работу. Если мы чувствуем, что мы заболели, или чувствуем, собираемся болеть, то лучше взять больничный, то есть показаться врачу, открыть больничный лист, и все. И дальше уже быстро вылечиться, да, потому что многие так думают, то, что я вот вроде бы ничего, пойду на работу, и вроде бы отработаю, ничего страшного в этом не будет. А на самом деле вот уже здесь кроется вся самая вот суть. То есть вот этого делать не нужно. Можно ведь еще и заразить. Ну, конечно. Опять же, здесь уже есть, нужно думать о том, что действительно это можно заразить, и поэтому здесь еще нужно включать меры профилактики. Какие? То есть нужно помещение, чтобы оно было влажно, да? Увлажнять его нужно. Либо увлажнители должны быть. Нужно проветривать чаще, потому что вот эти вирусные частицы любые, чем больше концентрация в помещении, тем выше вероятность заболеть уже окружающим. Вот. Ну и, соответственно, самое главное – обильное питье. То есть, когда мы много пьем, то есть мы вот эти вот все токсины, все чужеродные вещества мы быстро-быстро из организма выводим. То есть не дает возможности им разболеться. Да, вот признаки осложнений какие могут быть? Когда уже можно, наверное, начинать бить тревогу, что ли? Да, вот здесь надо, понимать такую вещь. Когда температура сама по себе при вирусной инфекции, даже банальной ОРВИ, без осложнений, она длится от 5 до 7 дней. То есть, допустим, температура в районе 5 дней – это нормально. Если же у нас температура все-таки держится больше 5 дней… А лечение происходит? Да, при активном лечении, имею в виду, да, то надо уже думать о том, что, скорее всего, присоединяется уже бактериальная инфекция. То есть вот эта самая бактериальная инфекция – это уже и есть то самое осложнение, о котором мы с вами говорим.
То есть температура, она не должна быть больше 5-7 дней. В данном случае, и как правило, то есть когда идет температура, как правило, присоединяются уже другие симптомы. Например, боли в горле усиливаются или, допустим, не заканчиваются. Заложенность носа, появляется выделение, да, то есть желто-зеленого цвета, то есть появляется кашель. Угу. Не просто сухой, а уже влажность, мокроты. В данном случае, конечно, это уже 100% признаки осложнений. Здесь уже, к сожалению, обязательно необходимо обратиться к врачу, потому что необходимо подключать антибиотики, как правило, в таких ситуациях. Алина Рамилович, давайте для того, чтобы... Я уверен, что кто-то сейчас слушает наши советы и думает, да ладно, пройдет и так, ничего страшного, поболею, не попью воды и ничего не произойдет. Давайте мы напугаем чем-нибудь наших зрителей. Какие есть крайние случаи, то есть осложнения, к чему могут привести фактически? Ну, кроме постоянного кашля. Вот если обратиться к практике, да, практике врача-терапевта, то очень часто бывает так, что ОРВИ нелеченные, то есть осложняется бронхитом. А если еще и бронхит нормально не лечить, то есть вот бывает так, что осложнение, довели до осложнения, так еще и осложнение мы не лечим, да, то в данном случае уже можно получить и пневмонию. Так левостороннюю, правостороннюю, двустороннюю, даже такие случаи бывают. А пневмония сама по себе лечится очень тяжело. Очень тяжело. И в амбулаторных условиях это очень рискованно заниматься лечением таких заболеваний. Как правило, таких пациентов мы кладем уже в стационар. И поэтому лучше, конечно, заняться профилактикой и активно лечиться, чем потом проводить время в больнице. Возвращаемся к теме осложнений на сердце, да? Потому что все-таки вы... Врач кардиолог, да? Поэтому ваш профиль. Да. Осложнение на сердце, еще разок, как это работает и как избежать этого? Ну, понятно, что нужно лечиться, да? Да. Чем это опасно? Инфаркты, инсульты, что может быть? Инсульт это не сердечный, да? Инфаркт, что такое? Да, здесь значения не имеет. Дело в том, что вот когда мы говорим про сердечников, да, это заболевание сердца все. То есть это может быть атеросклероз, стенокардия напряжения, инфаркт миокарда перенесенный, да, хроническая сердечная недостаточность. Все эти заболевания, они чем характеризуются? Дело в том, что здесь происходит ослабленная работа функции сердца. То есть либо оно качает слабо, да, кровь, либо у нас ткани не получают достаточно кислорода. То есть у нас есть одышка у таких пациентов. Да? И поэтому, когда они болеют, сердечники, то, во-первых, сама по себе высокая температура, очень тяжело для них переносится. То есть у них и так организм, скажем, не такой здоровый. Да? То есть кислорода не хватает, питательных веществ не хватает для того же сердца самого. Да? Соответственно, здесь эта ситуация просто усугубляется. А когда уже дело доходит до осложнений, то здесь очень опасно именно осложнения, связанные с бронхами, с трахеей и с легкими. Именно с дыхательной системой. Почему? Потому что вот здесь, опять-таки, сама ситуация того, что кислорода недостаточно таким пациентам, она еще больше усугубляется тем, что воспаляются вот бронхи, трахеи и пневмония та же самая, она, конечно, значительно утяжеляет состояние таких пациентов. Ленар Милович, давайте подведем наши главные основные итоги. Итак, если мы заболели, то самолечением занимаемся или нет? Самолечением однозначно не занимаемся. Запомнили. Дальше. Процесс профилактики. Проветривание помещения. Увлажнение помещения, обильное питье. Самое главное. То есть витамин С можно добавить еще тоже. Ключевик. Лимончик. Да. Все. А если, Свет, ну ты запомнил, если чувствуешь, что... Я все записала. То все, мы тогда... Спасибо, да. Спасибо большое, Ленар Милович. Да, все-таки закончим, да, на позитивной ноте. Всем доброго здоровья, в том числе и вам. Конечно. Берегите себя, да. Конечно. Ну, а пока мы продолжаем первую простудную волну по весне. Мы делаем собственными руками, и не только. За долгие месяцы зимы шубы, дубленки надоели, плечи свои устали это таскать на себе. И хочется сбросить все это побыстрее, как говорится, с плеч долой. В этом и кроется ошибка, да. В этом и кроется проблема. Не стоит торопиться, особенно важно помнить, что обманчивая весенняя погода опасна для наших детей. Пусть они подольше походят в зимней одежде, тем более, что они отлично понимают, что это такое теплая одежда. Одеваться! В теплой одежде люди никогда не мерзнут, даже если поедут на север. Потому что внутри одежды живут специальные пушистики. Они отдают тепло, как солнышко. Вот самое теплое это у меня джинсы. Они защищают меня от ветра, мороза со снегом. И я могу гулять хоть целый день.
теплая одежда – это куртка и шапка. Куртка – это такая толстая, как толстуха. И чтобы не замерзли нас мозги, надо одеть шапку, как ушами, как у собаки. А еще надо одеть капюшон. Чтобы ноги не замерзли, нужно одевать штаны. Чтобы животик не замерзли, нужно одевать куртку. А голову защищает шапка. А кошки хитрые, они не могут одевать, потому что их не руки, а лапки. И они как могут тебя порвать. Теплая одежда нужна осенью, весной, осенью, зимой, весной. Она такая теплая, потому что там не потая, а пух. А шапку вяжут из теплой нитки, чтоб мозги не мерзли. Зимой, чтобы я не замерзла, одевали куртку, комбинезон, кофточку, штаны. А озлобные одевают на себя теплую шерсть, а на как мамина шуба. А птицы на себя одевают теплые перья. Они тоже теплые. А у кого нету теплых перьев, быстрее улетают на юг, чтобы не замерзнуть. Чтобы мозги... Это наши самые главные эксперты. Чтобы мозги не замерзли. Ну, самое главное, чтобы мозги были. И перья. Для начала, да. И перья. Ну, это уже отдельный разговор. Мы продолжаем тему простуды, заболеваний и как не заболеть. Один из самых главных советов, который мы вот выяснили здесь по ходу разговора с нашим экспертом, проветривать помещение. Регулярно проветриваем наши комнаты, чтобы избавиться от вирусов, где находится больной или начинающий больной человек. Да, и совет другого рода. Сейчас в преддверии весны многие задумываются об установке новых оконных рам. А между тем, для долговечности уже установленных необходим уход за ними. Какой именно, расскажем прямо сейчас. Поставили пластиковые окна и успокоились? Не стоит. За ними нужен уход. Но не волнуйтесь, это легко. Сначала чистим профиль, то есть рамы. Для этого можно использовать самые обычные моющие средства, хотя лучше специальные для пластика. Но нельзя использовать уксусную и другие кислоты, абразивные вещества, ацетон и нитрорастворители, бензин, жидкости для снятия лака. Они растворят ПВХ. Процесс очистки прост. Наносим средство на кусок ткани из шерсти, хлопка или целлюлозы. Распределяем его по профилю и слегка растираем. Ждем минут 5 и смываем чистой водой, избегая круговых движений. Насухо не нужно. Переходим к уплотнителям. Это такая черная резиновая прокладка. Чтобы она не потрескалась со временем, раз в год ее нужно обрабатывать специальным средством на основе глицерина или силиконового масла. Требует внимания и фурнитура, ручки и металлические механизмы. Раз в год смазывайте их машинным маслом или обрабатывайте специальным спреем. Если уплотнители или фурнитура повреждены, обратитесь к производителю окон. Не забудьте почистить отверстия для водоотвода. Они находятся в нижней части рам. Это можно сделать обычной спичкой. Ну и, конечно, необходим уход и за самим стеклопакетом. Чтобы избежать царапин, мыть стекла нужно специальными жидкостями для очистки стекол или водным раствором на шатыре или уксуса. Невероятно, но уксусный раствор чистит не хуже дорогих средств. И не забывайте проветривать помещение. Это поможет вам избавиться от конденсата и сохранит ваши окна исправными надолго. Итак, все эти нехитрые... Да, незаменимые, я бы сказала. Упражнения советы. Нужно проводить скорее в теплое время года. Да, но... чтобы не простудиться, не заболеть, потому что открытые окна – это очень опасно. Конечно, конечно. Если что, запомните, зафиксируйте. Пока давайте узнаем, что интересного сегодня на ТНВ, что можно посмотреть, фильмы, программы и так далее. Вот что ты руками машешь. Берем сразу двоих, понял? Справишься? Да. Пошли. Спокойно. Проша, спокойно. Да не беги ты так, всех распугай. На пустыре в Мариной роще найден погибшим инженер Игнатенко, участник разработки секретного проекта – нового авиационного двигателя. Перед смертью он был в гостях у коллеги, с которым поссорился.
Вскоре после визита сотрудников милиции того находят повесившимся. И только Трошин не верит, что Марчук – самоубийца. Марина Роща сегодня в 12.00. Фарида Габитова точно знает, что полезно, а чего стоит избегать, какие проблемы требуют немедленного решения, а что можно считать вариантом нормы. В этой программе она расскажет: баня, чем она полезна телу и душе, полезное железо, продукты, которые его содержат. Если хотите быть здоровыми, смотрите эту программу сегодня в 14.45. Интрига и деньги – твоя стихия. Задумать это еще не штука, надо уметь все проделать безнаказанно и добиться успеха. Она меня просила в день свадьбы прийти к ней первой. А за этим кроется что-нибудь? Она говорит, что это приносит счастье покинутым женам. Прощай. Андрей Миронов, Александр Ширвиндт, Вера Васильева, Татьяна Пельцер и еще целая плеяда любимых актеров во всемирно известной комедии «Безумный день» или «Женитьба Фигаро». История, известная всем, предстала в талантливой инсценировке Валентина Плучика. Эта версия «Женитьбы» считалась образцовой на протяжении нескольких десятилетий. Смотрите сегодня вечером на ТНВ. Миронов, Ширвиндт. Сегодня, да, сегодня хоть из дома не выходи. Класс, класс. Такая замечательная программа. Классика. Оставайтесь на ТНВ. Ну и, кстати, ТНВ вы можете найти не только в своих телевизорах. Но, также добро пожаловать к нам на YouTube. Находите наш канал, он так называется, ТНВ. Там есть все самые интересные сюжеты и наши программы «Здравствуйте». Интервью, тематические какие-то истории о том, как готовить, как лечиться, как воспитывать детей. ТНВ это YouTube. Ну и страничка ВКонтакте наша, да, конечно, страница мы можем ВКонтакте. Пообщаться с вами лично. Утренняя программа так «Здравствуйте». Что заходите. Ну и повторы программ на также на нашем сайте tnv.ru. Будем рады вас видеть. Ну а ВКонтакте еще и вопросики задавайте, всякие предложения. Мы везде. Мы везде. Рады вас видеть. И снова здравствуйте. Напоминаем вам, что сегодня 26 февраля. Согласно прогнозам синоптиков, аномально холодная погода в Татарстане и в Казани, в частности, ну, продержится еще несколько дней. Давайте потерпим. Потерпим, но это не повод для уныния, как бы там ни было. Все мы живем в предвкушении начала весны, конечно. Пусть и календарный. Поднять настроение можно при помощи физических разминок. Уделите несколько утренних минут, к примеру, ушу. Наша коллега Асоль Мухамедзянова именно так и делает. Да, занимается сама, призывает вас и привлекает еще и детей к этому веселому занятию. Доброго и бодрого утра! Здравствуйте, с вами Алмаз, тренер по ушу, Асоль, Радмила и Амина. Что интересного мы сделаем сегодня, Алмаз? Будем делать упражнение «Веселая панда». У нас же веселая разминка. С чего начинаем? Как всегда, с разогрева. Ножки вместе, ручки на коленках, растираем. Стучали. Коленочками вращаем в правую сторону. Раз, два, три, четыре. Влево. Один, два, три, четыре. Приступаем к упражнению. Ноги ставим шире плеч. Ручки перед собой. Садимся вниз. Бедра у нас должны быть параллельно полу. Делаем выпрыгивание наверх. Хлоп стопами и возвращаемся в исходное положение. Поехали. Один. Два. После того, как мы сделали это упражнение, обязательно нужно растянуться. Правая нога вперед. Втягиваем бедро, ручки на коленку, с прямой спиной делаем наклоны вниз, тянемся к носочку. Один, два, три, четыре. Поменяли ногу. Занимайтесь сами, занимайтесь вместе с детьми. Всего доброго! Будьте здоровы! Thank you.
Ну вот, по-моему, цикл вот упражнений... Незатейливые упражнения, но действенные. Веселая панда. По крайней панда. Мере, настроение поднимают. Да, веселая панда, панда, особенно в конце. Я на самом деле не согласен. Я не согласен. Веселая панда – это панда, которая лежит и жует листики чего-нибудь. Главное, весело это делать, да. Да, улыбаясь. Вообще есть надо весело. Ну, кстати, мы тему еды сейчас продолжим. Да, вот 100 лет назад в США небывалую популярность приобрел шпинат. В то время ошибочно считалось, что шпинат – это самый богатый железом продукт питания. Был даже мультик такой про моряка Папайя с исполинской силой. Ну, вы наверняка видели, у него здесь руки тонкие, а вот здесь огромные. Ну, и у него были сверхспособности, которые он приобрел, подзаправившись порцией шпината. А на самом деле содержание железа в шпинате в 10 раз меньше, чем о нем говорят. И говорят, что путаница возникла из-за того, из-за американского, вернее, исследователя, который, ну, не там поставил запятую. Бывает. Бывает, что жизнь не так решается, да? Запятую не там поставил. Жизнь шпината решилась по всей планете. Ну, и все равно он полезен. Не зря же его арабы в старину называли генералом среди зелени. А в средневековой Италии лучшей зеленью в дни Великого Поста. Итак, мы предлагаем вашему вниманию рецепт омлета со шпинатом, а еще грибами и вкусным сыром фета. Ну, что, записываете или запоминаете? Смотрим. Для приготовления омлета со шпинатом вам понадобятся следующие ингредиенты. 125 граммов сыра фета, шампиньоны 300 граммов, листья шпината 250 граммов, 1 луковица, 4 яйца и еще белок 2 яиц дополнительно. Шпинат тщательно промойте холодной водой и варите 10 минут на слабом огне под плотной крышкой. Лук порубите мелкими кубиками, грибы нарежьте на тонкие пластины. Лук обжарьте в небольшом количестве любого масла до размягчения. Добавить грибы. В отдельной миске взбить 4 яйца и белок 2 яиц. Слить воду, в которой варился шпинат. Листья тщательно отжать, чтобы избавиться от излишка влаги. Шпинат измельчить, смешать со взбитыми яйцами и хорошо перемешать. Добавить соль и перец и снова все перемешать. Полученную смесь вылить на обжаренные грибы. Сыр фета нарезать небольшими кубиками и добавить в омлет в конце приготовления. Приятного аппетита! Итак, в преддверии весны открыть для себя новое, яркое и уникальное предлагают организаторы концерта удивительного фольклорного театра «Айкай» из Удмуртии. Айкай – это праздник, айкай – это радость, айкай – это весеннее пробуждение природы. Так гласят древние легенды. Чем порадуют артисты завтра, узнаем у нашей гости Марины Ивановой, исполнительного директора национально-культурной автономии Удмуртов Республики Татарстан. Доброе утро. Доброе утро. Марина, ну давайте мы сначала разберемся с названием фольклорный ансамбль «Айкай». Как переводится? Есть какой-то перевод у этого слова? Ну, сам ансамбль переводит значение, как правильно сказала Светлана, это «миг». Что-то такое прекрасное. Но есть... В Татарстане существует легенда, да? То есть откуда это вообще пошло? В Татарстане или в Удмуртии? В Татарстане. Ага. Бавлинские, то есть бавлинские удмурты – это легенда бавлинских удмуртов. О девушке Айкай, которая стала защиту своего народа от злого духа. Она молила Всевышнего Бога, получается, нашего, да, то есть Иньмара, с просьбой о том, чтобы народ ее спасся. И в итоге Бог сделал так, что превратил ее в гору. И вот эта гора, она до сих пор стоит. И тут стоит в Бавлинском районе, в селениях, где живут наши удмурты. Вот. И каждую весну молодежь туда ходит, поет песни. То есть праздник какой-то определенный, да, есть? Есть праздник, он сохранился до сих пор. Это очень-очень красивая традиция. Так, это действительно любопытно. Как я люблю такие. Едем в Бавлы в выходные. Сказки, можно сказать. Мы вас приглашаем летом. Летом обязательно. Но пока, как говорится, вы у нас. Поэтому давайте про программу ансамбля «Молодой коллектив».
Но уже есть слава какая-то, да, у театра? Ну, как сказать, молодой коллектив. То есть он в 90-м году был создан, то есть ему уже почти что 30 лет. Есть молодой состав, есть люди, которые уже давно получили звание заслуженных артистов Российской Федерации, Республики Удмуртия. Что говорить, если говорить о программе, то это очень уникальный коллектив, потому что, во-первых, артисты этого коллектива, они взаимозаменяемы и взаимодополняемы. У них нету конкретно, например, направления, чтобы люди конкретно занимались, например, музыкальными инструментами, да, там, или только танцевали. Они полностью все это делают. То есть они сами и танцуют, и поют, и сохраняют именно аутентичную культуру удмуртов, всех удмуртов. Вот. То есть в основном у вас направление такое творческое, это все-таки вот какие-то обрядовые традиции, да, возрождение обрядовых традиций. В том числе, а что еще? Это даже не возрождение обрядовых традиций, да, а вот именно сохранение, наверное, больше. То есть пока, демонстрация того, что есть. Что то еще? Есть у вас исключительно народное, фольклорное или еще какие-то есть современные, может быть, направления? Современные я бы не сказала. Есть песни других народов, так скажем. То есть Айкай приезжает и везет сюда программу частично на татарском языке. То есть как бы для удмуртского коллектива вести программу на татарском языке. Ну, вот такое вот взаимопроникновение наших народов существует. Много гастролируете, мы да. Правы, да, Айкай, так и есть. Айкай, наверное, самый именитый из всех ансамблей, которые существуют в Удмуртии, да, как удмуртский ансамбль. Он, ну, за границей его очень хорошо принимают и знают. Это финно-угорские страны, как Венгрия, Эстония, Финляндия, да, то есть и не только. Ребята были и в Париже, ребята были и в Швеции, по-моему, если я не ошибаюсь. То есть его очень хорошо принимают там, потому что как-то вот если мы в России здесь живем, у нас эта аутентика еще сохранена, то есть мы к ней тепло относимся, то в европейских странах уже... Диковинка, да? Да. Ну, там вот тоже, диковинка. Там это вот диаспоры какие-то, или что, или прямо совершенно вот действительно приходят... На каком языке? На каком языке? Как понимают? На самом деле люди приходят просто посмотреть культуру. Культура же это язык мирового общения, поэтому я думаю, что не обязательно знать даже язык. Просто посмотреть на эти красивые костюмы, посмотреть на эти обряды, что они делают, как они танцуют, как они поют. Ну, они приходят посмотреть на это. То есть приходят люди разной национальности, собственно, как и в Татарстане здесь. Ну, вот это и здорово, на самом деле. Языки других народов, мы про это уже начали говорить. Да, вот на татарском языке есть какая-то часть постановок. Еще какие-то языки используете? Русский. Ну, в частности, в заграничных поездках. Русский, венгерский. Венгерский? А насколько он похож на удмуртский? Ну, не сложно. Очень. Уже не очень. Угорская, просто немножко другая, та же языковая семья, просто немного другая группа. Вот. Да, и давайте поговорим о завтрашнем событии все-таки. Да, Марин, давайте поподробнее про завтрашнее наше мероприятие. Что, рассказывайте, что? Что будет. Зрители наши увидят. Зрители увидят обширную фольклорную программу. Ребята будут показывать фольклор, традиционный фольклор удмуртских удмуртов, уж так скажем, извините за тавтологию, также фольклор татарстанских удмуртов, там балтасинские у нас будут напевы звучать, будут балтасинские обряды, также мы увидим бавлинских, скорее всего, удмуртов, и закамскую зону, то есть это башкирские удмурты, вот, ну и будет татарская программа в том числе, это будет очень интересно, будут также песни на русском языке, так как есть небольшая часть. Так что приходите, я думаю, будет интересно. Не только вокал, да? Не только вокал, да. То есть песни, танцы. Песни, танцы, игра на аутентичных удмуртских инструментах, что тоже может быть очень интересным. Это как все пронизано сюжетом одним? Да. Еще история выпала. Это театрализованная история. О, отлично. Ну, почти отлично. Что, да. Вот спектакль музыкальный. Все, идем. Марина, спасибо большое, желаем им удачи. Спасибо. Желаем возвращаться к нам. Рады всегда видеть наших соседей. Ну, а пока мы поговорим о том, что еще интересного происходит в Казани. Но уже сегодня. И нам это расскажет кто? 3-4. Камила Хакимуллина. Добро пожаловать. Всем привет! Сегодня 26 февраля, и с вами Камила Хакимуллина. Провожаем последние зимние деньки интересными и увлекательными событиями. Начинаем! Не для меня цветут сады, в долине роща зацветает. Государственный ансамбль «Песни и пляски. Казачья воля» в Казани. Сегодня у вас есть возможность прикоснуться к миру подлинной донской казачьей культуры, услышать потрясающие лирические песни и старинные романсы –
увидеть зарисовки казачьей жизни, воплощенные в зажигательных танцах и шуточных миниатюрах. Лондонский международный анимационный фестиваль «ЛиАФ-2018» – это одно из крупнейших международных анимационных событий с десятилетней историей. Впервые в Казани будут показаны лучшие фильмы, демонстрирующие ведущие тенденции в мире анимации. Смелые провокации, эксперименты в разных жанрах и техниках, работы участников «ЛиАФ-2018» не дадут заскучать даже искушенным киноманам. Не пропустите эти великолепные события. Но это не все. Советую сегодня вечером посетить еще пару интересных мест. Группа «Найти выход» на казанской сцене. Кирилл Лермонтов посетит Казань, чтобы дать большой концерт для своей любимой публики. В программе презентация нового альбома, а также старые, добрые, но до сих пор актуальные треки, без которых не обходится ни один концерт. Необычная семейная история. Сюжет пьесы до наивности прост. Молодые муж и жена подозревают друг друга в измене. Причиной раздора стали рога, подброшенные кем-то в окно их квартиры. Эта необычная семейная история с оттенком эксцентрики и сюра может произойти в любой семье. Эта рубрика создана нами специально для вас, чтобы вы не потерялись в море информации о событиях, происходящих в нашем городе. До встречи! Спасибо. Пока, Камиля. Теперь мы точно не потеряемся. Не потеряемся, тем более, что звезды нам укажут верный путь, если что. Да. У нас остался должок за нами. Мы продолжаем рассказывать гороскоп. Итак, весам следует быть постоянным в своих симпатиях, иначе вы ведете в заблуждение многочисленную армию поклонников. Забота о ближнем. Слышали про такое? Значит, не забывайте хотя бы позвонить тем, кто вас любит. Ну, кого вы любите, конечно. Армия поклонников. Неплохо, неплохо. Скорпиону обещан непростой день, в котором найдется место тревогам и амбициям. О себе могут напомнить люди, с которыми вы давно не общаетесь. С какой целью они вам позвонят? Непонятно. Будете выяснять скрупулезно, но боюсь, что это будет... Слушай, я одолжу денег. Если давно не звонили, и вдруг... Примерно так. Как дела, дружище? Все хорошо. Денег не одолжишь? Да что такое? Стрельцы дальше у нас. Стрельца может огорчить некоторое известие о близком человеке. После этого вы решите непременно изменить планы и пересмотреть взгляд на ценности. Вечером можно организовать семейный праздник или выйти с любимым человеком в ресторан. Хочу сегодня быть стрельцом. Понедельник же, конечно, день, чтобы ходить по ресторанам. Козероги, этот день неблагоприятен для домашних дел, серьезных разговоров и обмена личными мнениями. Если вы не имеете возможности выехать за город, просто сходите на пешую прогулку, но не сидите дома и помните, что на улице очень холодно. Одевайтесь потеплее. Водолею не следует идти на поводу у своих необузданных желаний. Учтите, что шансы на их реализацию минимальные. Лучше позаботьтесь о том, чтобы доделать начатое. Завершаем. Рыбы. Вам советуем быть собранными и внимательными, чтобы ни одна гениальная мысль не ускользнула. От тревог оградят маленькие члены семьи, с которыми придется повозиться вечером. Но это лучше, чем грустить о прошлом и пускать слезы в подушку. Это все, что мы успели вам рассказать на сегодня. Напомним еще раз про погоду. На улице холодно. На улице холодно, да. Днем ожидается минус 18, ночью 25, поэтому одевайте потеплее, даже несмотря на то, что мы и дали вам полезные советы. Да. Что делать, если простуда настала, но лучше, что делать, чтобы она не настала. Но солнышко периодически проглядывает, снега нет, поэтому есть какие-то плюсы, есть какие-то плюсы. Завтра мы к вам обязательно вернемся, и вот с какой полезной информацией. Магия камней. На что способны украшения, которые мы носим? Лямблии. Что это такое и от чего появляются? Как приготовить овощной крем-суп? Итак, еще разок напоминаем вам, что повторы программ вы можете найти на сайте tnv.ru. Самые интересные сюжеты, интервью, это есть не только на нашем сайте, но и, конечно же, в YouTube. Наш канал ТНВ, так он и называется, находите нас там. Да, и на нашей странице ВКонтакте, где мы ждем ваших мнений, ваших предложений, сами общаемся с вами. Она так и называется, утренняя программа «Здравствуйте». Итак, каждый будний день в 8:10 на ТНВ мы радуем вас полезной информацией. Да, и с вами сегодня этим занимались Влад Портнов и Ислам Звонарёва. Будем продолжать и завтра. Так что увидимся завтра в 8:10 на ТНВ. Одевайтесь теплее, берегите себя. Не болейте. Хорошего дня.